теплая атмосфера роскоши, компания в формате VIP, а также один из самых важных аспектов для истинных ценителей караоке-тусовки – превосходный звук. Все это и многие другие позиции неотъемлемых стандартов высшего общества демонстрирует свой день рождения официальный партнер программы «Песни со звездами» – караоке-клуб «Ля Музон». «Ля Музон» отмечает свой день рождения. Потрясающие мероприятия, красивые люди. Одни девчонки, скажу честно, даже подраться не с кем. А какие гости мы сегодня ждем? Так, ну сегодня уже я видел группу Ассорти. Так, будет Александр Егья, будет известный ведущий Леонид Кияшко. Ну, это я, собственно, есть. Юлиан Мирандо, потрясающий известный артист. Значит, группа Челси и многие-многие другие. Друзья, ну вообще-то выход ведущих на сцену сопровождается аплодисментами. Давайте поаплодируем, такой сегодня хороший день. Всего за один год «Ля Музон» занимает место лидера и прельщает на свои просторы больше и больше звезд. Лучшие, как известно, выбирают лучшие. Многое лето, многое лето, многое, многое, многое лето. Да, мое любимое место, и я на самом деле говорю, что артисты не любят караоке, я люблю. И это единственное караоке, которое я очень люблю. «Ля Музон». Хороший звук, хорошая компания, и он компактный. Долгой жизни, отличного настроения. Самое главное, чтобы у вас всегда были позитивные пивуны и певицы. Ну что ж, вместе с нами Саша Проджик. Саш, привет. Сегодня по какому-то поводу вы к нам сюда пришли? Ну, конечно же, мы пришли сюда все на день рождения «Ля Музон». Это прекраснейший караоке, где мы проводим свои выходные. Скажите, вы верите в инопланетян? Вы про Агузарову сейчас или про кого? Я, как человек, живущий клубной жизнью, совершенно точно знаю, что хороших мест в Москве, где действительно хороший звук, где приятная публика, интеллигентная, мест высокого, хорошего качества, их не так много. И сегодня мы становимся свидетелями тому, что еще один год работает новый клуб. Всего один год, а уже столько поклонников. Уже маленький, такой маленький, да. А уже бьет рекорды и носит почетное звание VIP-клуба Москвы. И дай бог ему процветания. Как ты представляешь себе конец света? Каким он будет? Я беру Данилу, и мы едем в «Ля Музон», потому что здесь конца света не может быть. Здесь всегда качественный звук, хороший саунд, ведущий, поющий, все очень здорово. В честь первого дня рождения клуба торговая галерея «Вечные ценности» не только представила новую коллекцию драгоценностей и изделий из меха от лучших мировых брендов, но и сделала подарок каждому гостю в виде сертификата на 50 тысяч рублей. Дорогие мужчины, помните, что шубы и драгоценности – это лучший подарок вашим женщинам. Скажите, почему именно в «Ля Музон» вы решили вот такой подарок принести? Это очень стильное место. Я его знаю уже несколько месяцев. Это очень хорошая кухня, очень хорошая атмосфера. Очень интересные, веселые люди. Я думаю, что мы будем рады сотрудничать с «Ля Музон» и дальше. Балом правит огненная красавица, хозяйка Медной горы Елена Аджей. Революция! Я хочу поблагодарить всех наших гостей, которые в течение этого года с удовольствием к нам приходят. Праздничный торт достается всем тем, кто умело поет, и даже тем, кто неумело шутит. Шутки у вас плоские. Согласен. У кого? Скажи, что у него. Конечно. Конечно, у него плоские шутки. Ну. Так, и... Двойная порция сладкого специально для тех, кто давно в говно. Атмосфера в караоке самое главное. Здесь шикарная атмосфера. Так держать. С днем рождения тебя! Yeah. Концентрация высшего качества в самом центре столицы. Анна Носарева, «Песни со звездами».